Доброе утро, наши любимые подписчики и те, кто смотрит нас впервые. Компания Росприперти рада приветствовать вас в Турции, на побережье Средиземного моря, в зеленом и спокойном Аланийском районе Тосмур. Специально для вас мы сняли отдельное видео про этот район. Проходите по ссылке, там вы найдете больше полезной информации. И сегодня я хотела бы вас познакомить с квартирой планировки 2+1. Находится она на 5-м этаже в комплексе, построенном в 2015 году. Сам комплекс имеет очень благоприятное место расположения, так как всего лишь в 7 минутах ходьбы у нас расположилось Средиземное море. Также комплекс окружен супермаркетами, остановками общественного транспорта, овощными лавками. На территории комплекса вы найдете все необходимое для проживания и отдыха круглый год, так как инфраструктура комплекса у нас очень развитая. Здесь есть открытый плавательный бассейн с детской зоной, детская площадка, баскетбольная площадка, детская комната, зимний подогреваемый бассейн, финская сауна и турецкий хамам. А сейчас пойдемте смотреть нашу квартиру, о стоимости которой мы поговорим во второй части видео. Проходя в квартиру, вас встречает шкаф для верхней одежды и обуви. С правой стороны квартиры расположились две спальни и санузел, а с левой стороны салон. Это кухня, совмещенная с гостиной. В него мы сейчас с вами вместе и проходим. Гостиная у нас имеет все необходимое пространство для вашей мягкой мебели. Также у нас здесь есть установлены панорамные окна. Сейчас пойдемте в кухонную зону. Кухня у нас очень большая, она представлена в таких приятных кофейных тонах. Здесь очень много рабочего пространства. Также у нас есть стилизованный островок с полочками, и он также может служить обеденной зоной. Также у нас есть частичная бытовая техника и необходимое пространство для будущей бытовой техники. Также из кухонной зоны у нас есть выход на балкон. Пойдемте его смотреть. На балкон вы всегда можете перенести обеденную зону, либо же поставить балконную мебель и принимать солнечные ванны. Эти размеры позволяют. Также с этого балкона открывается вид на горы. А сейчас пойдемте смотреть наши спальни. Так как квартира у нас имеет планировку 2+1, сейчас мы с вами рассмотрим две спальни. Слева от меня расположился один санузел, справа гостевая спальня, либо же детская. А сейчас мы с вами проходим в хозяйскую спальню. В хозяйской спальне у нас есть такой приятный бонус, как гардеробная, где могут уместиться все ваши вещи. Также в спальне у нас есть все необходимое пространство для мягкой мебели. Квартира у нас продается без нее, но наш постпродажный сервис поможет здесь все установить по вашему вкусу, как вы захотите. Общая площадь квартиры составляет 85 метров квадратных. На этом мы с вами будем прощаться. Стоимость апартаментов в благоустроенном комплексе на сегодняшний день составляет 86 тысяч евро. Понравились апартаменты? Заходите на наш сайт rosproperty.ru и вводите номер объекта 7480. Там вы найдете больше полезной информации. А понравился обзор? Ставьте лайк. В комментариях задавайте вопросы, если они у вас еще остались. Наши лучшие менеджеры с удовольствием ответят на них. Не забывайте про колокольчик, чтобы не упустить предложение мечты. И помните, компания Росприперти дает гарантию лучшей цены на недвижимость по всей Турции. До скорого!